Ура, весна, весна! Утки плавают парами. Мальчик, девочка, мальчик, девочка. Это весна. Привет, друзья, привет. Я не на Северном полюсе. Я в Киеве возле Днепра. У нас такой ветерок. Ну, это так. Все-таки скоро весна. А почему весна, вы спросите? Да потому что скоро день влюбленных, день Святого Валентина. Знаете, что я заметила? Вот уточки уже нашли себе пару. Мальчик, девочка, мальчик, девочка. Вот они уже парами. Может быть, не видно, но это так. И вот я желаю всем, у кого есть пара, беречь свою пару, как зеницу ока. Беречь, лелеять, любить. У кого нет, обязательно найти. И вот такими прекрасными парами идти по жизни, как наши уточки. С Днем Святого Валентина всех наступающих! Всем любви, настоящей.